За прошедшие сутки в связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений силами и средствами службы спасения совершено 74 выхода. Эвакуировано из снежных заносов 16 детей, 25 автомобилей. Спасатели на снегоходах доставляли топливо в те транспортные средства, в которых оно заканчивалось, в которых не представлялась возможность эвакуировать из снежных заносов. Особая сложная ситуация развернулась на территориях Озинского, Ершовского, Дергачевского, Федоровского, Вольского, Екатериновского, Марсовского районов. Спасателями Ершовской службы спасения, областной службы спасения Ершовского филиала проделана огромная работа по эвакуации кареты скорой помощи, которая оказалась в снежном плену на территории Ершовского района с больным человеком, за что им огромное спасибо. Была эвакуирована из отдаленного населенного пункта Марсовского района на аэроглиссере спасателями женщина на последних сроках беременности. Данные люди сейчас находятся в абсолютной безопасности у соответствующих специалистов. Утром проведен оперативный штаб, рабочая группа оперативного штаба по ликвидации снежных заносов работала всю ночь. На 9 часов под председательством заместителя правительства Саратовской области Соловьева Александра Александровича оперативный штаб был проведен. Главы районов доложили всю необходимую информацию о произошедших и продолжающих происходить ситуациях на территории субъекта. На данный отрезок времени проблемными районами являются 6. Убедительная просьба всех автомобилистов по возможности воздержаться от выезда на трассы. Особое внимание учитывать при просматривании и получении информационных донесений от глав муниципальных районов, от муниципальных районов и от Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности. Исключить выезды на те трассы, которые на данный момент являются закрытыми.